вижу. Как сегодня такое событие? Аврора уплывает на ремонт. Аврору ремонтировали много раз. Ну, конечно, она ведь участвовала в морских сражениях в начале 20 века и каждый раз получала ранения. А еще в 1941 году во время артобстрела в нее попал снаряд. С 1948 года Аврора спокойно стоит напротив Нахимовского училища. Ну не так спокойно, из нее сделали музей. А еще Аврора стала актрисой. В 1967 году праздновали 50-летие Октябрьской революции, и Аврору тогда притащили к Николаевскому мосту, который сейчас называется Благовещенский. Там снимали фильм «Залп Авроры». Аврора в главной роли. Ну, актрисой она стала уже давно. В 1946 году она исполнила роль крейсера в фильме «Варяг». Ее там даже загримировали, приделали четвертую трубу. Последний раз Аврора проплывала по Неве в середине 80-х годов. Ее тогда тоже увозили на ремонт. Ей полностью заменили днище, а старое бросили в Финский залив. И, наверное, оно там все еще валяется. Скоро Аврора приедет к нам из Кронштадта как новенькая. Провожали легендарный крейсер Адель Фатахова и Кристина Валиченко. Пока!